Настройка преобразователя частоты Danfoss VLT MicroDrive для защиты насоса от сухого хода. В частотном преобразователе Danfoss VLT MicroDrive FC051 имеется два аналоговых входа, что позволяет в качестве источника обратной связи для поддержания давления выбрать один аналоговый вход, клемма 53, а для контроля сухого хода другой, клемма 60. Параметр 6.00, время тайм-аут 0, время, за которое преобразователь частоты войдет в аварию либо ошибку. Для примера установим 1 секунду. 6.01 функция при тайм-ауте 0. Выбираем пятерку. Преобразователь частоты замедляется до 0 Гц и затем отключается. Параметрируем аналоговый вход 60. 6.22 минимальный ток. Выбираем 10 мА. 6.23 максимальный ток. 20 мА. Логика работы следующая. Если величина входного сигнала на аналоговом входе 60 станет менее 50%, значение параметра 6.22, то менее 10 мА, то частотный преобразователь войдет в ошибку, а спустя заданное нами время параметр 6.00 в аварию. Подаем команду допуск и изменяем частоту вращения. Имитируем значение датчика 4,9 мА. Преобразователь частоты входит в аварию и останавливается. Подписывайтесь на наш канал и следите за выходом новых видеороликов.